Детективом, да? Да, а они, значит, в смысле,
Звезды, да? То есть там вот под эту музыку, там вот эти двери, они зажигаются, да? Да. Так вот хороший ритм, красивый, да. Я слышала, повышение музыки, потому что прибавлялось, что заемка становилась. И тебе представилось альпиниста, который лезет на гору, и все ближе к своей цели, но потом музыка утихает, а там упал, сгорит. И потом снова начинает играть, он снова начал на нее забираться. У меня появилась еще одна. Сейчас мы какая-то ручка нам это сегодня. У меня вопрос. А мы можем ее еще раз сыграть, чтобы кто не сказал, заканчивается. Мы так прямо ровненько списали ваше занятие. Нет, у меня просто, я когда ходил с тематикой, я еще видел, что даже те, у нас нет цели, которые сегодня ничего не говорят, да? Но они как-то у нас пишут и рисуют. Ну, вот. Поэтому тут я там думаю, что там идеи тоже. Они такие просто. Они секретные. Угу. Некоторые авторы мне не сообщают о том, о чем будет фильм до самого конца. Это нормально. При том, что я его монтирую. Поэтому не знаю, о чем. Настоящий режиссер. Это монтажер. Так, вот это. Так, значит, хватит, у нас действительно что-то сейчас, к сожалению. Ну, у нас тоже время бесконечно, но мы успеем. Мы представили вам всю программу. То есть